Друзья, в продаже у нас появилась Lada X-Ray 2018 года. Автомобильно-бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 122 лошадиные силы. На роботизированной коробке передач на переднем приводе. Имеет оригинальный ПТС, всего один владелец. Машина в очень хорошем состоянии, хорошая комплектация. Имеются противотуманки, литые диски, повторители на зеркалах. Парктроники задние. Внутри у нас 4 электростеклоподъемника, электроподогрев передних кресел, электрорегулировка зеркал, мультируль, круиз-контроль, штатная мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, обогрев заднего стекла. Сзади у нас 3 места. Машина в очень хорошем состоянии, на роботе. Двигатель 1.8, 18 год. Оригинальный ПТС, всего один владелец.